Добрый день, меня зовут Анастасия. Сегодня хочу показать вам унисекс-кроссовки американского бренда Reebok. Эти кроссовки Reebok Zig Devil Kinetica вдохновлены одной из лучших сцен погони в истории кино. Графика и цвета вдохновлены джипом, на котором главные герои отправились в дикую прогулку по парку юрского периода. Верх из полупрозрачной ткани Ripstop имеет сетчатый дизайн, который отсылает к электрическим заборам из фильма. Верх модели выполнен из высококачественного текстиля. Шнурки на модели проходят через тканевые петельки, благодаря этому они не будут повреждать ткань во время носки. По швам модель укреплена вставками из искусственной кожи. Петелька на пятке поможет обуться быстрее. Подкладка и стелька выполнены из высококачественного текстиля. Ткань устойчива к стиранию, неприхотлива в уходе, отлично впитывает влагу и пропускает воздух. Нога в обуви дышит и дольше остается сухой. В конструкции этой пары есть карман. Так называют вставку в пяточной части подкладки. Она предотвращает истирание пятки, а благодаря своей бархатистой поверхности не дает ноги скользить во время ходьбы. Ваша стопа лучше зафиксирована. Толстая подошва из легкого упругого материала Эва смягчает ударостопая поверхность. С ней ноги будут меньше уставать. Материал удивительно легкий. Пятна краски на промежуточной подошве напоминают о сцене побега от тираннозавра. Носить эти кроссовки в стиле уличный спорт со спортивной одеждой. Футуристичный дизайн отсылает нас к стилю арти. Тающая подошва и изогнутые линии по бокам модели однозначно привлекут внимание окружающих. Кроссовки можно сочетать с леггинсами и спортивными штанами, а также с кажуальными джинсами и брюками. Насладитесь комфортом с вашими новыми кроссовками Reebok.